Доброе утро, всем ребята! Доброе утро, ребята! Как обычно, думаем, сейчас только сядем завтракать и придет мастер, точно. Мы только накрыли стол, и звонит хозяйка, что сейчас подойдет мастер. Уже под подъездом. Ну, мы выглянули, никого там нет. Сейчас запустим, пускай копается, а мы будем завтракать. А что теперь, да? Ну да. Мне еще Шаповалькам надо дозвонить. Я не могу дозвониться до нас, потому что у нас Киевстар связи нема, на твой позвонили. Где вы там, что мы не можем дозвониться? Надо сейчас перезвонить, мы уже мастера дождемся, да, че позвонить. Сейчас решим. Давай я камеру хоть отключу. Давай. И позвоним. Давай. У нас сегодня на завтрак. Да, покажи хоть бы я за этот самый. Бутерброды и доедаем шоколадские вкусняшечки. А и чай забыла. Вот, классный, кстати, сок. Ну, вчера купили. Лене не понравился. А мне понравился. Густой. Он и должен сок быть густым. Да, да. Кстати, Лена съела, попробовала вот эту штуку, сказала, что... Бомба. Редкостная Г. Да. Сказала, да. Вот все я никак не могу угадать, да. У нас на ней поэтому и стоит по 5 гривен. Зато она похвалила, что бананы купили. Да. Да. Все. Всем еще раз доброе утро. Мы наконец-то собрались. Я помыла голову. Идем в дендропарк, ребята. Ну грех не сходить, потому что даже на машине, вот наша машина, кстати, прям под подъездом. И вот наши окна, видите, как тут сделано. Вот смотрите, вот здесь вот вообще, походу, наверное, первый этаж идет без балконов. Видите, здесь балконов нет. О, что-то в кадр меня, а здесь сделано, короче, вот так вот. А, и этот, приходили сегодня мастера, сделали нам интернет, молодцы. Короче, было, не было, поврежден где-то кабель. Они там что-то заново на крышу лазили, на чердак, короче, сделали. Нам ничего, денег за это не взяли. Вот. И, короче, получается, нам лучше вот туда было пойти. Ну ладно, мы сейчас за домом пройдем. Грех не сходить, ребята. За нашим домом находится школа и сразу дендропарк. Надо идти гулять, посмотреть. Но он большой. Оля говорит, что там на полдня хватит бродить в нем. Не знали, что одевать, но одели на всякий случай кроссовки и джинсы, потому что погода непонятна. Сюда. Погода непонятная, на солнышке тепло, а я думаю, если там в парке, если деревья большие и тень, то может быть прохладненько, да? Мать решила, что все оденем кроссовки. Правильно, да. Потому что я переживаю. Ребят, лучше немножко потерпеть жару. Видите, погода уже такая какая-то. Сюда. Види, мать. Да, ну просто надо было в ту сторону идти, но раз уже сюда, просто за домом проходим, и все. Я думала, что это садик, но мне сказали... Кто, Стасики, по-моему, сказала? Не, Таня вчера сказала, по-моему, что это школа. Вот это вот. Видишь, как прям возле дома, да? Вот. А это я уже знаю, что помнишь, мы когда-то тоже, кстати, в Кировограде были, только когда на другой хате жили. Мы спрашивали, что это за штуки вот везде, да? У нас в городе таких нет. Нам сказали, что это какие-то эти... О, опять забыла. Как? Не чуланы, как погреб, типа там, консервацию держать. Всякое такое. Да, интересно. Да. Ой, рябина. Смотри, какая красивая рябина. Ты давай камеру уже доставай, свои красивые кадры снимай. Рябинушка какая стоит, ты мимо идешь. Ну, давай. Сними ее. Вон, видите, школа. Какая-то спортивная площадка тут. Вот, горки. Хотя, похоже на детский сад по площадкам. Я не знаю. О, короче, ребята, вчера что-то были, мы у Шаповалика в гостях, там мамы приходили, Олина мама, Колина мама, сестра приходила, мы познакомились позавчера на день рождения на розовом слоне у реки на базе отдыха, брат был, а вчера сестра, этот самый Таня, Саша, привет вам большой, мы очень рады знакомству. Ну, вообще такие простые, хорошие люди. И что-то разговорились, ребята, и говорим, что где нам лучше заехать. У нас в городе же нет аквариумов для Тоськи нашей, для черепахи. Лен, давай папу подождем, пускай поснимает, я в тенек зайду. Вот, я говорю, куда нам лучше заехать, посмотреть. Она говорит, подождите, у меня есть аквариум. Представляете, подарила нам аквариум. Он говорит, у нас 2 года, он стоит без дела. Тоже у них была черепаха, только обычная, типа, ну речная. Вот. И что-то на них убежала, говорит, Лена, в траву отпустили погулять, а трава высокая, раз и черепаха нема. Они вроде черепашки медленные, а Лена с кадра прячется. Они вроде медленные, а вот так вот пустить они, да, они скорость включают какую-то и тын-тын-тын такие. Теперь у нас есть аквариум, мы сегодня вон его помыли, поставили, но, правда, мы не сильно воду отфильтровали, ну, вернее, надо было ее отстоять, наверное. Вот. Ну, что-то Тоська у нас второй день плохо кушает, не хочет есть.
Маш, что-то переживаю. Но у нас только Гамарус. Что-то ей надо ей придумать другое дать. Более она уже ходит сама не своя за Тоську. Так что так. Спасибо, Танечка, большое, Саша, за аквариум вообще. Неожиданно. Классно. И размерчик как раз. Мы как раз большой не хотели покупать. А он такой, ну потом я забыла показать, вам покажу. Домой вернемся. Мы не сильно много воды налили, потому что у нас нет еще островка. Мы камешек положили. Но он был... Кстати, Лена, если найдешь где-то камень, то надо подобрать. Только на обратном пути, чтобы я сейчас не тащила его в сумке. Помыть камешек и ей сделать какой-то островок пока что. Импровизированный такой. Тебе не тяжело таскать камер? Тяжело. Куда деваться, скажи, да? Не тяжело, неудобно просто. Mm. Была поменьше такая. Вообще цены не было. Ну да. Вот, ребята, вход. Один из входов до аэропорта. Кстати, указатель аптека в ту сторону. Рядом где-то есть. И мы идем гулять. Конечно, люди в шлепках, в сарафанах. Но ничего. Скажете, нам так мать сказала. Да. Она решила. Да, да. А мы не стали с ней спорить, потому что бесполезно. А куда нам идти? В какую сторону? Пошлите больше по тенистой дорожке. По тени. Ребята, на деревьях предупреждение, вот табличка, написано «Осторожно, клещи». Представляете? Клещи. Где вы? Где не вы? Ничего? Нет, не вижу. Только какой-то жучок прополз. Значит, и нет. Ну, идем. Это получается, наверное, ну... Где-то должны быть, Оля говорит, какие-то фонтанчики, что-то какие-то, то ли детские развлечения, то ли площадки, что-то такое. Это мы с какой-то стороны зашли, сейчас будем искать центральную часть красивую. Но, уже да? Цветочки. Нет, цветочки в раз. Потому что пока вот здесь аллейки такие видно, что... Ну, я думала, что тут прям что-то такое, плиточка выложена. Ну, нет, может, в центральной части что-то. Тенечек, встань, Лен. Папа уже начал съемку. Ребята, в конце видео посмотрите, пожалуйста, я вас прошу, красивые кадры, которые Сергей снимает. Он так старается, он потом часа 2-3 их монтирует под музычку, все дела. Посмотрите, пожалуйста. И кадры красивые, и Сергею будет приятно, чтобы вы посмотрели. Сейчас зайдем, что это такое, посмотрим. Что там, что там. Да идем прямо по траве. Бо не вижу я дорожки, чего. Но дорожка, короче. Мы як... Как обычно, пошли по клумбах. На велосипедах ездит. Алена говорит, видела табличку, что велотранспорт запрещен. А, тут что-то позарастало. Походу здесь, ребят, я не знаю. Но я так понимаю, здесь раньше было заполнено водой. Какие-то, как их назвать, водоканалы, что ли, или как. И переходы вот такие вот, что можно перейти. Я так понимаю, много лет уже их не наполняют, оно уже как-то в таком позарастало, видите. Ну, короче, я сильно вам рассказать ничего не могу, потому что не владею информацией, не знаю. Но очень интересно. Кто к нам писали, там, добро пожаловать в Кировоград. Классно же вы приехали, так что пишите в комментариях, и другим людям будет интересно, какое-то строение, что здесь было, сколько лет вот это вот штукенция, и вон, смотрите, такой вот обрыв. И почему сейчас не используют? Я так понимаю, да, что здесь когда-то была вода, ну, по идее, правильно, ребята? Ну, высота такая конкретная, я иду, у меня прям голова, короче, кружится. Вот какой-то, видите, про этот самый, для воды. Ну, водички. Жалко, да, что нет тут воды. И с обратной стороны тоже, наверное. Ну, как резервуары или что, ребят. Вот такие вот. Интересно. Солнце светит прямо в глаз. Леночка, в тенечек старайся. И сейчас с этой стороны посмотрим, ребят. Тоже. Ну, там люди отдыхают. Тоже, видите, нифига тут нет. Никакой водички. Жалко. О, ребята, походу, вон там можно фоточки поделать. Вот здесь сердечко. Куда нам, в какую сторону? О, цветы.
Какую нам сторону пойти? Ну, пошлите прямо, да, посмотрим, что там. Выйдем на этот пятачок. Цветочки красивые, прям так цвета подобраны, да? Угу. Вот зря музыка играет. Музыка зря. Смотрите, какая красота, ребята. Красиво. Надо будет потом фоточки поделать. А, тут сцена стоит какая-то, ребята, большая. Кафешки. Автодром. Касса. А что это за касса? Колесо обозрения, ребята. Может, я даже не знаю, куда, в какую сторону идти, короче. Ладно. Космическое местечко. Это что? Тюльки, шкарпетка. Это для детей маленьких, да? Для маленьких деток. Музыка, блин! Короче, тут полно разных аттракционов, причем много. И колесо обозрения. На колесо обозрения я уже глянула цену, 41 гривна. Ну, недорогие цены, да? Да, да. Машинки. Да, для деток все прям клево. Нифига себе, какая большая лавочка по катушке, да? Короче, ребята, территория большая, и все карусели по ней раскиданы, по всей территории разные. Вот цепочка, типа, крутится. А тут что-то, ребята, какой-то фонтанчик, бассейн с островом такой. Ого. Короче, мы вам показываем, вы смотрите, да? Ой, красиво. Он и цвет получается такой прям бирюза-бирюза. И на прокат, ну вот, берешь эти вот штучки, как они называются, не знаю. О, красивый цвет воды, да, Лена? Сделай мне фоточку, пожалуйста. Да, пальма вон. Мне кажется, она вечером горит, эта пальма, наверное. Классно. Поехала вон. А мы, да, на, Лена, на море с тобой, на такой же. Она Скадовский. Скадовский, да, она слабенькая такая, ну, больше для детей. Ребята, смотрите, а это какие-то прям теплицы. Лен, смотри, выращивают разные растения. Вот там много кактусов разных-разных, и вон теплицы стоят. Интересно. У-у-у! Паровоз. Возьми меня с собой. 70 лет. Аллея высаждена. Висаджена на честь ювілею Кіровоградщини 2008 года. 70 лет. Аллея. Пока стоит фотография. Аллея. Просто аллея. Вот, ребята, наверное, центральный вход, я так понимаю. Красивенький такой. И карусели, лошадочки. Ну, для маленьких деток все. Качели. Хотя там, Лена, в списке были на какие-то экстремальные еще написаны. Да? Ну, вот лавку мы одну видели. Они почти все от 14. Один из 10 это... Лавка, да? Не-не-не. Лавка с 8, а с 10 это орбита. Не ага, знаю, ага. Интересно. Еще, ребята, детская площадочка. Классно. Ну, конечно, зелени тут. Много. Ребятки, тут какие-то животные. Какие-то животиночки. О, боже мой. Это что, петушки? А, ты не туда повернулась. Сейчас. А, какие-то декоративные петушки. Там страшно. Что там? Ой, страусы. Ого. Какой. Ого, какой. Какой большой, ушел. Ушел страус. Гуля, гуля, гуля. Ну, возвращайся. Возвращайся, ушел. Блин. Хотел только снять. Да, ушел. Выходи. О, через решетку неудобно снимать. Идет, идет, иди сюда. Он кушать, кушать пошел. О, идет. Птичка, птичка. Да, через решетку будет. Не очень, не получится, наверное, снять у тебя. Большой, да, Лен? Ой, угу. Птичка, птичка. Иди сюда, иди сюда. Иди, иди, иди сюда. Иди сюда. Иди, 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 хорош. Иди, хорош.
Не получается. О, вот так вот попробую снять. Иди сюда, иди. Ой, привет. Ой, ой. Ой. Привет. Ого. Он вовсе недружелюбно настроен. Да. Тут в основном птички разные. Птички, птички. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Павлин, да, ребята? Наверное, самка две самки. Вот, одна, вон вторая и самец. Что у них маленькая клетка. Им, наверное, тесно. Красивый. Красивый. У них красиво, когда они распускают эти перья, когда хвост раскрывает. У них какая корона на голове, видите? Блин, ну, конечно, через решетку, ребята, ну, не получается нормально снять. Птичка. 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 Корона на голове. Посмотри, какая, Лен, корона. Кто там? Фазан. О, красивый какой, да? Красивый. Тоже обычный фазан. Вот. У нас на даче таких много фазанчиков. А это кто? Ого, Лена, смотри, головка маленькая, они кругленькие, как шарики. Как шароиды. Не знаю, кто это такие. Ребята, тут какие-то рельсы. Тут кто-то, наверное, паровозик какой-то или что-то возит. Но пока не видели. Ну, кто-то взял. А вон паровозик стоит, вон он. А, да. Стоит. На него тоже. Получается, касса одна, вот там вот справа от колеса, вот, кстати, колесо обозрения. И приходишь на кассу, покупаешь на какой-то надо аттракцион. И возвращаешься и катаешься вот так вот. Ну, тихо, кстати, несмотря на то, что сегодня воскресенье, выходной день, людей немного здесь. Не очень людно. А тут что такое происходит? Какие-то мастер-классы проводят для детей. Мастер-классы. Песок разного цвета. И что-то нужно тут делать. Ребята, тут детские совсем карусели. Блин, я помню, папка, ты помнишь, у нас в Южноукраинске, где Олимп, помнишь, было три карусели, солнышко, вот эта фигня и паровозик. Точно-то это советские карусели, у нас такая же была, помнишь, на Олимпе у нас стояло их три штуки, вот такая была, потом, вот он, вот такой, блин. Вот такой паровозик был, потому что мы постоянно, у меня крестная там работала, мы бесплатно катались. Точно, это советский паровозик. Точно такой же, как был. И поручни, и все. Это советские карусели. Вот это не знаю. Вот такой вот я не видела. А вот это вот советские ребята. Они до сих пор... Да. Они до сих пор работают. Прикинь. Они на ходу. Лена, вот такие аттракционы были у меня в детстве. И это было крутяк. Нам казалось, что он так шумно едет. Обалдеть! Я думала, уже этого нету всего. Классно! О, а это какая-то другая. А вон там что-то, Лена, большое, посерьезнее, наверное. Это типа... Аттракцион. Как корабль, типа, по-моему. Ага. Медпункт закрытый. Не работает. А. Ого! Корабль! Вот это да! Конкретный! Много так сидений. Как он называется? Может, тут написано что-то? Типа как вот это вот железный портуль, да, Лена? Да, вот только там маленький был. Ну, система та же. Вверх-вниз. Как маятник он. А как называется? Марс. Давай, посмотрим. Марс называется, да? Лет 14, ну блин. Тоже от 14 лет. Короче, по секрету мне 14 теперь. Угу. От 14 лет и не ниже 140 сантиметров. А у нас 12 и рост почти 170, да? Почти. Ну, выгляжу на 14, это не проблема. Алена ж обожает заброшки, она побачила какую-то заброшку.
А, это. Гараж. Гараж для поезда, да, вот этого, что ездит, что под дождя, на зиму. Тут получилось, когда ты раньше он тут стоит. Не раньше, он стоит, можно оплачиваешь, и тебя просто по кругу он свозит вот так вот. Между деревьев, вот вдоль заборчика, он тебя возит. Прикольно. Надо посмотреть, что это. Угу. А мы подойдем, ребята, сейчас обратно, сейчас дойдем сюда, это, так понимаю, вход тоже какой-то. Ну, я вообще думала, что он больше, дендропарк. И пойдем обратно и покажем вам цены на аттракционы. Да, это вход, вон ворота. И дальше уже дорога пошла. Вот он, ребята, едет. Паровозик. Чух-чух-чух-чух. Даже водитель сидит там. Он маленький такой. Она чуть-чуть делает. Да, наверное. Ребята, шахматы большие. Можно поиграть партию просто на солнце. Жарко, да? Капец. Что, угу. Пойдем на этот самый? Сейчас. На чертово колесо. Колесо, да. Прокатимся на колесе. А это что за аттракцион такой? Это солнышко. Да. В детских, оно самое первое там было. Так, ребята, вот цены. Цены. Колесо обозрения 41 гривна с человека. Он тут как-то, короче, деньгами не расплатишься, покупаешь карту какую-то. И у нас вышло два билета вместо 82 гривен 104. То есть платишь за саму карту, и что, ты потом ее используешь? Обязательно карта, но потом ты ее используешь постоянно. А, я поняла. Ну, когда-нибудь пригодится, может. Солнышко. Не нам так кому-то отдадим. Ну да, или отдадим кому-то. Покажи карту. Вот она. Ребята, давай. Вот такая вот карта. Стоит на она... На обратной стороне. Да. Одноразово за нее платишь 25 гривен и ложишь денег сколько надо. Например, положил 500 гривен, и ты ходишь по парку этой картой, рассчитываешься, у тебя просто списывается. Для удобства, чтобы каждый раз к кассе не бегать, правильно? Да. А вот еще одна касса, кстати, есть. Она даже не одна. Все, идем на колесо. Все, поехали мы. Угу. Залезли на колесо. Где там наша мама? Вон она, Маша. Поснимаешь там? Да, да. Тихо, не падай там. Прокрути чуть колесо. Донь. А. Колесо прокрути. Да не могу. Как я это сделала? Что ты делаешь? Он не крутится, да? Давай, что он будет крутиться. Куча пчел. Че это такое? Это пчелы. Прикольно. Прикольно. Кому че, они себе летают. Угу. Вот. Вон мама нас снимает. Где там наша мать? Блогеры собрались. Thank you.
поехали. Залезли на колесо. Где там наша мама? Вон она, Маша.